Очередное массовое захоронение обнаружено местными жителями в Донецкой области. На этот раз в селе Пески. Не на найденных телах следы изощренных пыток. Об этом говорят ополченцы. Проверить и уточнить информацию пока невозможно. Территория контролируется украинскими силовиками. Но штаб ополчения на постоянной связи с местными жителями, от которых и поступают все сообщения. Люди говорят, что все это очень напоминает расстрельный полигон на Коммунарской 22, где на территории шахты, ранее подконтрольной силовикам, ополченцы нашли несколько братских могил с останками мирных жителей. Как сообщили в ДНР, продолжаются бои за Донецкий аэропорт. Защитники Новороссии уже почти полностью установили контроль над объектом, в то время как украинские военные удерживают только часть подземных коммуникаций. В ополчении говорят, что им чрезвычайно важна эта высота, так как именно с территории аэропорта киевские каратели прямой наводкой били по жилым зданиям. И нужно не допустить, чтобы обстрелы возобновились.